Здравствуйте, друзья, с вами Вула, на ваших экранах Том Клэнси The Division 2. И, как вы знаете, у нас совсем недавно вышло новое обновление, а видосиков по девишке давненько не было, и тут как раз таки такая возможность хорошенько так все позаписывать. Поэтому сегодня поговорим о насущном вопросе, а именно рекалибровке. Так как в игре появилось огромное количество новичков, ибо после скидок на девишку практически в 95%, ее не приобрел разве что ленивый. Так что вот эта инфа сейчас им очень сильно пригодится. Да и, в принципе, старым игрокам, кому, к примеру, просто лень разбираться, тоже наверняка хочется узнать, как изменилась рекалибровка. Но сначала для совсем зеленых начнем именно с основ. Рекалибровка у нас позволяет изменять статы на предметах. То бишь каждый предмет экипировки в игре, а именно маска, бронежилет, кобура, рюкзак, перчатки и наколенники, имеют набор характеристик. После выхода обновления «Водителя Нью-Йорка» система характеристик немного изменилась. Для тех, кто не в курсе, к примеру, раньше все характеристики не могли быть максимальными. И получая какой-либо предмет, в зависимости от того, чем больше у него было характеристик, тем меньше было их значение. В новой же системе можно получить чуть ли не идеальные предметы со всеми максимальными статами. Такие предметы, конечно, получить очень сложно, но все же можно. И вот тут как раз таки вступает в дело та самая рекалибровка, потому что если, к примеру, у вас выпали какие-то идеальные статы, то вы потом можете какой-то стат перекалибровать, который у вас выпал, к примеру, плохой. Такой же системой занимались раньше, но только тогда у вас, к примеру, мог один стат быть каким-то очень хорошим, а остальные, ну, как получится, выбейте. Имейте в виду, что в каждой вещи можно перекалибровать только один параметр, будь то основная характеристика, второстепенная, либо талант. Да, таланты на шмотках можно тоже перекалибровывать, но по большей части их всегда стараются именно выбивать, так как шанс получить именно идеальную вещь по характеристикам крайне мал, в то время как талант выбить гораздо проще. Поэтому именно рекалибровку желательно оставлять именно под характеристику. Так что, когда собираете билды, первым делом при получении каких-либо предметов обращайте внимание на талант, ибо в основном от них и будут выстраиваться билды, о которых мы поговорим как-нибудь в другом видео. Итак, как же рекалибровать детали? Все просто. На базе, будь то в Нью-Йорке или в Вашингтоне, есть специальный стол. Зайдя в него, вы увидите две вкладки. Одна отвечает за саму перекалибровку, а вторая за библиотеку статов. Это новая система, которую ввели именно в новом обновлении. Ранее, чтобы перекалибровать какую-либо вещь, вам нужно было иметь два предмета. Собственно, саму вещь, которую вы хотите перекалибровать, и вещь-донор, с которой вы как раз таки будете переносить нужный параметр на используемый вами предмет. В новой же системе вам не потребуется постоянно иметь доноры для перекалибровки. Достаточно будет единожды внести нужную характеристику в библиотеку, и потом эту стату можно спокойно использовать в дальнейшем на любом предмете, который вот захотите перекалибровать. Из плюсов такой системы, разумеется, хочется отметить именно удобство в плане гринда, ибо станет его гораздо меньше, то бишь вам не нужно проходить по овер 9000 миссий, чтобы постоянно получать нужные предметы для перекалибровки. То есть гринд будет только в начале, когда вы будете заполнять эту самую библиотеку, а потом просто будете выбивать нужные предметы и использовать статы из библиотеки. Но все-таки парочка минусов есть, небольших. Во-первых, с одной вещи вы можете добавить в библиотеку только один параметр. И если, к примеру, вдруг вам падает предмет с двумя максимальными характеристиками, а может еще и талант какой-то ценный, то уже придется выбирать, что именно добавлять в библиотеку, и потом выбивать еще новый предмет. Во-вторых, исходя из вот этого первого пункта, так как все вещи нужно заносить по одной, то это занимает очень много времени. Когда вы в библиотеку придете с полным рюкзаком, то потратите, не знаю, минут, наверное, 10-15, только чтобы заполнить характеристиками ее. Вот гораздо удобнее было бы, если бы была возможность одной клавишей, к примеру, разобрать все имеющиеся предметы, ну, к примеру, пометить их хламом и разобрать весь хлам в библиотеку, и все эти характеристики добавились автоматически. То, что тут максимально добавилось, все таланты там разобрались, которые возможны, и все. Но в любом случае, эта новая механика куда лучше ее предшественника, то есть когда нужно было именно доноры иметь. Ну, а теперь дам несколько советов по, в принципе, самому заполнению библиотеки. Для начала отмечу, что библиотека подразделяется на игроков 30 и 40 уровня. То есть те, у кого есть DLC, и те, у кого нет DLC. Но сама система работает и для тех, кто не покупал новое дополнение. Разница только в том, что, ну, характеристики на 30 уровне будут ниже. Ну, понимаете, все-таки дисбаланс есть какой-никакой, разрабам нужно зарабатывать, поэтому они вот так вот тупо разделили игроков, продали игру дешево. Хотите получить лучше шмотки, пожалуйста, докупайте DLC и играйте со всеми 40 уровнем. Не хотите докупать DLC, ну, придется играть так.
Поэтому, ребят, те, кто не покупал DLC, рано или поздно, поверьте, вам придется все равно это сделать, если вы, в принципе, хотите играть наравне с остальными игроками. Ну, ладно, это все лирика. Какие же характеристики заполняют библиотеку в первую очередь? У меня план такой, в принципе. Однозначно первыми идут сразу основные характеристики, то есть это именно броня, урон от оружия и батарейка. Если больше разбирать нечего, то уже займитесь парочкой вспомогательных характеристик, а именно урон в голову, шанс крита, урон от умений, ремонт брони от умений и убыстрение. Далее из всех оставшихся предметов уже извлекайте таланты. А уже после можно, ну когда уже, к примеру, все таланты вы извлечете, тогда уже, да, там можно извлекать второстепенные характеристики, которые, в принципе, там ну, не особо полезны, я не вижу в них какой-то эффективности, прям вот колоссальной. Оставшиеся предметы просто продавайте торговцу, ибо деньги вам все равно понадобятся для той же рекалибровки. В принципе, по мере заполнения библиотеки вы все реже и реже будете к ней возвращаться, потому что, ну, у вас постоянно не будут выпадать лучшие вещи, так что много времени на заполнение у вас уйдет только в начале. Но вот когда уже все заполнится, так вообще никаких проблем не станет. Просто приходим, выбираем предмет, который хотим перекалибровать, выбираем характеристику для рекалибровки, выбираем из списка нужный эффект, и все, деталь перекалибрована. Напомню еще раз. На каждой детали вы можете перекалибровать только один параметр, какой бы он ни был. Этот же параметр можно перекалибровать выше, если вы, к примеру, выберете талант и заведете в библиотеку более высокое значение этой характеристики. Но если уже что-то откалибровано на вещи, то какой-то другой параметр изменить, к сожалению, не получится. И я тут вспомнил еще одно ограничение, пока сидел. Это именно то, что с именных вещей нельзя переносить именные характеристики. То есть иногда вам в мире будут выпадать такие вещи с желтым названием. И в них будут подсвечиваться характеристики таким желтым цветом. Прям таким красивым, ярким. И вот как раз таки вот эти вот стопроцентные характеристики перенести нельзя именно с этих предметов. Если в каком-нибудь другом предмете стандартно будет максимальная характеристика, разумеется, ее можно перенести. Но вот с именных нельзя, потому что они вот, ну, типа именные. В них заведомо должна быть какая-то бонусная ерунда. Ну, такие дела здесь. Не знаю почему так, но все-таки. Ну а на этом все, друзья. Я надеюсь, это видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят! Только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока.